5 проблем и к решению каждый индивидуальный подход. Прием оказался действительно многолюдным. Граждане обращались коллективно. В списке самых популярных вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства. Жители Междуречья обратились с просьбой внести корректировку в проект о переводе жилых домов на индивидуальное отопление. Проект, предложенный ответственными службами ранее, не устраивает. Это приведет к тому, что помещение будет самым холодным в доме, естественно, особенно в зимний период. Вентиляции в нем не будет, потому что при такой температуре и влажности в этих помещениях, естественно, вентиляция, естественно, работать не будет. А это нарушение санитарно-гигиенических норм. У ответственных служб свое видение проблемы. Главой города поручено в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос ответственными службами и принять меры по решению ситуации. Мы обязаны рассматривать обращения граждан. Вот нам два человека обратились, мы должны их обращение рассмотреть индивидуально. Индивидуально оценить техническую возможность, провести расчет, чтобы люди тоже могли знать о том, какими финансовыми, так скажем, затратами это дело может обернуться. Еще одно обращение из сферы жилищно-коммунального хозяйства. Жители дома 45 по улице Блохина недовольны благоустройством двора и отсутствием парковки для личного транспорта. Еще одна новополочанка, проживающая в доме 16 по улице Василевца, высказала недовольство работой лифта. В ходе личного приема специалистам дано поручение разобраться в ситуации и дать письменный ответ обратившейся. Ирина Шипко, Артем Табаков, Вектор ТВ.